Видел в магазинах наборы фрез продают в районе 1500-1800. Красная крышка покрашена, пользовался такими. Интересно, стоит брать для начала? Для начала можно взять, но я всем обращаюсь, ребята, прежде чем что-то покупать, вот ты бы не спрашивал, да, потому что я понимаю, что 1500 для тебя это деньги. Вот прежде чем потратить 1500, сядь, напиши на бумажке, что тебе нужно от этих фрез, какие тебе нужны. Мне нужны, вот мне, в моей мастерской сейчас нужны три фрезы. Три, всего лишь три фрезы, ребята. Нахера я буду покупать, я не знаю, там, 6 там, или 10 фрез там в этом наборе. Они тебе не нужны. То есть сядь, напиши на бумажке. Мне нужна пазовая восьмерка, которой я вырезаю кольца. Мне нужна восьмерка или, может быть, 12-я, там, ну, смотря какой материал, сколько оборотов, какая мощность и так далее. Обгонная. Торцы фрезеровать на коробках, ну, чтобы красиво было. И мне нужна скругляющая. Скругляющая, она не всегда нужна, она не всем нужна, то есть без нее можно обойтись. Даже без обгонной, торцовочной, или как ее еще назвать, можно тоже. То есть, которые с подшипниками фрезы, без них тоже можно обойтись в автозвуке, они не всегда нужны. Нужна, грубо говоря, одна фреза восьмая. Ее достаточно, чтобы резать кольца, чтобы там где-то что-то... Вот, ну, с шаблонами не поработаешь. Для работы с шаблонами нужна либо копировальная втулка, где там есть нюансы с ее работой, либо нужна фреза с подшипниками. Вот, и какой смысл покупать 5-6 фрез в наборе, которые заведомо худшего качества, нежели взять пару нормальных фрез, ну там тройку. Если ты берешь фрезер Bosch, то на первые там несколько месяцев ты обеспечен фрезой восьмеркой, она идет в комплекте. Офигенная фреза, точно такая же, которая продается за 500 рублей в интернет-магазинах. Абсолютно такая же. Серийная, там на ней выбит номер, все, там есть модель. Они бывают двух видов у Боша. То есть вот эти вот пазовые. Есть одна с боковым заходом, а одна с вертикальным заходом. Там это нужно понимать. Вот как-то так. Надеюсь, ответил, Колин. Ты иногда выдаешь очень простые и понятные советы, это про бумажку. Надо эти мысли как-то увековечить. Я по такому способу определился со следующим этапом постройки. Серега, это мысль, которая лежит на поверхности, но люди, большинство людей не готовы ее делать, потому что это очень банально, на их взгляд, это глупо выглядит и так далее. То есть чувак настолько крутой, что ему западло написать на бумажке, понимаешь? Для него намного круче прийти к тебе, трахнуть твой мозг и ходить потом и наслаждаться, что ты ему посоветовал какое-то говно. Ну, то есть, я утрирую сейчас, это сарказм, естественно, но просто так это выглядит с моей стороны. Я, чтобы вы понимали, если я забыл что-то записать, для меня это не мысль. Для меня это просто момент, секундное какое-то, какое-то секундное озарение. Когда-то, через несколько лет, оно всплывет. То есть, если бы я напряг свою жопу в самом начале организации вообще канала и записал все мысли, подумал над ними хорошо и все-таки организовал все свои мысли, как они того требуют, я бы, наверное, с вами сейчас даже не разговаривал, мне бы некогда было. У меня была бы, ну, намного бурнее, скажем так, жизнь. Потому что я бы, ну, реализовал бы все, что я хотел. На тот момент у меня очень большой был запас энергии, я просто кипел. Но у меня мысли настолько часто менялись в голове, что я их не записывал нигде. И в итоге я записываю только сейчас, когда у меня более это все размерено, я так уже на все подзабил, и мне уже как бы, ну, более так, я спокойно уже ко всему отношусь. Но теперь я начинаю это все записывать, потому что если ты не записал свою мысль, а тогда, когда ты ее, она у тебя промелькнула, она для тебя важна. И вот если ты ее записал, то эта мысль уже, она есть. Она зафиксирована. И ты можешь с ней уже что-то делать. Либо взглянуть на нее еще раз, обдумать. Там вечером дома, например, да, просто прийти, записи свои посмотреть, все, что ты записал, какие мысли свои, может быть, творческие порывы, там какие-то планы и так далее. Это уже есть, это, ну... Это не метафорическое что-то какое-то там, где-то там. Оно вот оно здесь, оно написано. Там, я хочу купить набор фрез. Там, написал. Я хочу купить набор фрез. Или все-таки купить мне... Или там, да просто напиши, набор фрез. Или там просто фрезы, ключевик. То есть ты вечером пришел, там
телефон открыл, заметки там перед сном полистал. Так, фрезы, набор фрез. Набор, ну набор же говно, плюс коробка там бабла тоже стоит. Надо, надо просто на рассыпуху поехать посмотреть. И вот так начинаешь разгонять, и ну то есть ты засыпаешь уже с твердой уверенностью, у тебя принятое решение на следующий день. А если ты его запишешь еще, так, я определился четко, там на завтра дела. Первое там, купить фрезы.